Вот сейчас я в поликлинике номер 2 в детской. Вот все, что мне выдают. Опять нету детского лечебного питания. Опять нет никаких лекарств. Выдают Элькар и Кудесан. Вот за что я расписалась. Опять, я не знаю, когда будут эти лекарства. Никто мне сказать не может. Хотя говорили, что их закупили на целый год. Просто это непостижимо. Сегодня я пришла в поликлинику номер 2 детскую получить своему больному ребенку жизненно важные препараты, которые нам положены, так как мы вернули соцпакет. Опять ни лечебное питание нам не выдали, ни препараты, которые положены. Сейчас пойду узнавать, в чем же дело. Скажите, пожалуйста, почему мне не выдали снова лечебное питание для ребенка? Это как-то пока нет. А когда закупят? И еще скажите вопрос, почему? Почему нам отказывают и можно какую-то бумагу получить, что была врачебная комиссия и препарат, который жизненно необходим для ребенка, его отказываются под нас закупать? Могу я получить эту бумагу? А как же? Получить выписку из протокола врачебной. Да, могу получить. Запрос, пожалуйста. Это мне в письменном виде надо вам. А есть электронная почта, чтобы я отправила по электронной почте и не ходила? А можно мне день записать? А что нужно написать? Прошу выдать выписку из. Как вы считаете, нужно так пишите. Выписку из.